На портале «Добродел» продолжается голосование по выбору мест для установки детских площадок в 2020 году. Поторопитесь, оно продлится до 21 февраля. По итогам опроса в рамках реализации госпрограммы Московской области формирования доступной среды в регионе планируется обустроить 200 площадок. Впервые места для установки комплексов выбирает местное население. Мы решили спросить у жителей, знают ли они о таком голосовании и готовы ли выразить свое мнение. Скажите, пожалуйста, в нашем округе есть какие-то такие локации, где необходимо установить детские площадки? Да, здравствуйте. Я считаю, что необходимо установить. Мы сами живем на Говорова 6, и вот у нас нет достойной площадки детской, а деток дошкольного возраста достаточно много. Вот. И по адресу Говорова 8 площадка тоже в очень печальном состоянии находится. Горки ржавые, то есть очень хотелось бы, чтобы обратили внимание. Голосовать будем. Неплохо было напротив 12-й школы установить новую площадку с покрытием, вот как здесь, с какими-то объектами деткам, чтобы на продленке могли выходить и чистыми возвращаться потом обратно в школу. Хотелось бы какого-то обновления, потому что они все приходят в какую-то ветхость. Вот, и особенно в тех дворах, не в новых районах, вот, а особенно где вот еще остались, да, старые дома. Поубирать все железные, старые советские качельки во дворах и поставить просто на это место новые. Вон напротив карусели, там же была старая детская площадка, я думаю, все про нее помнят, такая страшненькая железная. Вот если вместо нее поставят новенькую хорошую, то будет замечательно, потому что здесь центр загружен как следует летом, и поэтому хорошо, чтобы было еще несколько точек. Ну, можно брать любой дом, любой двор и там устанавливать новую площадку вот такого типа. Как выяснилось, даже в Одинцово есть места, где детские площадки все же необходимы. Когда я захожу на Добродел, если вдруг какую-то жалобу нужно оставить, если я обращаю внимание, конечно, принимаю участие. Не заходил в Добродел, поэтому не в курсе. А будете голосовать? За площадки? Конечно, буду. Конечно, хотелось бы, чтобы информация была более активно продвигалась. С другой стороны, как ее донести? Ну вот, вы нам сказали, попробуем найти, где это. Если сейчас это идет, то я зайду, посмотрю, что там есть, конечно. И все же жители будут голосовать. А для того, чтобы проголосовать, нужно быть зарегистрированным на сайте Добродел. Заходите на портал в раздел «Голосование», выбираете установки детских игровых площадок, находите свой муниципалитет, Одинцовский городской округ, и делаете выбор. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».